В деревне Петровская на спортбазе «Княжьи дали» завершилось первенство Центрального федерального округа по самбо среди юношей и девушек 2002-2003 годов рождения. В турнире приняли участие более 300 атлетов. Воспитанник спортивной школы «Русский медведь» Егор Забелин в весовой категории 81 килограмм завоевал бронзовую медаль. Это позволило Серпуховичу пройти на чемпионат России, который состоится весной 2020 года в Екатеринбурге.